обойтись очень трудно. К концу официальная часть нашей церемонии, и я приглашаю на сцену представителей российской газеты. Они... Можно, да? Сергей, как чувствует себя человек, который стал лучшим актером года? При том, насколько известно, в кино получилась вот эта работа помимо вашей воли, Сергей. Помимо моей воли, вы что имеете в виду? Ну, по крайней мере, ходили слухи, что вы не очень-то хотели сниматься в кино. Или как? Или все-таки, как вы оцениваете? На самом деле, в этом фильме я согласился сниматься сразу, брать не буду, потому что отец мне позвонил. И, собственно говоря, предложил, вернее, спросил сначала, не хочешь ли ты сниматься в кино? Смог бы ли ты сыграть эту роль, спросил он. Я нагло так ответил, да, смог. В общем, особенно не упирался. А что касается вот сейчас новой работы, журналисткой, практически сейчас работа, которую вы выполняете, это журналистка. Как отношение к журналистам изменилось сейчас или нет? Сейчас вы уже не только актер, но и журналист. Отношение к журналистам после этого и после вручения, в частности, этого приза изменилось или нет? Да вы понимаете, собственно, никакого отношения особенного к журналистам у меня не было. У меня масса друзей, которые занимаются журналистикой. И я это люблю и уважаю, если это хорошие люди. Если люди недобросовестные, то значит они люди недобросовестные, несмотря на то, что журналисты они или нет. Вот и все. Сейчас моя работа, она не совсем журналистская. Это вообще странная на самом деле работа. Я не люблю слово телеведущий. Но это все как какая-то работа, я не знаю, связанная, все равно связанная с творчеством и все равно интересная. Все равно это встреча с людьми, это интересные истории, грустные, печальные или наоборот веселые и совершенно необыкновенные. Ну, если это журналистика, ну, значит, я занимаюсь сейчас журналистикой, хотя я, честно говоря, об этом даже не задумывался. А с кинематографом как-то дальше судьба собирается складываться как-то? С кинематографом... Не знаю, я очень осторожно к этому отношусь. Я уже снялся в паре фильмов. Один из них «Брат», режиссер Алексей Балабанов, я вам говорил на сцене. По-моему, это будет интересное кино, потому что Леша очень хороший, интересный режиссер, замечательный человек, тонкий. И, собственно говоря, ну вот и все. А если дальше будут какие-то предложения, то я буду о них думать. И если это будет интересно, то я буду соглашаться. Если не очень, то буду отказываться. Вы согласны с мнением журналистов, а с тем, что вы все-таки лучший актер года? Ну, я не знаю, это очень сложный вопрос. Согласен, не согласен. Но если журналисты так решили, я им доверяю их вкусу. Это действительно приятно, потому что журналисты – люди, которые занимаются кино, которые много про это знают, и, наверное, им было еще убирать, поэтому спасибо им. Спасибо, Сергей. Спасибо.